Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Dying Light. На выходных сделал два стрима по данной игрушке, но что-то YouTube их как-то не полностью сохранил. То ли какой-то глюк, то ли какой-то баг. В общем, получились они неполные. В результате из 6 часов, наверное, 6,5 часов стрима просмотру доступны только примерно 2. Я не знаю, как долго этому это будет обрабатываться и сможет ли там это все обработаться. Конечно, неприятно будет, если не сможет. Вот поэтому решил просто записать сегодня видос без стрима и выложить. Ну а для начала мне нужно... А, я же в фан-зону, да, собирался пойти. Ну, раз собирался, значит и пойду. Так, теперь только надо... Фан-зона вон там. Ничего страшного. Прокатимся. У меня в планах есть еще... В планах этого... О, подожди. Чертеж рыболов. Вот там опять эти. А вот фан-зона как раз, да. То есть здесь этот Рэмбо-амбал. Так, ну-ка давай глянем, что за чертеж рыболов. Что это за херня такая? Рыболов. Че? Первое, да. Ну, как бы первого уровня так себе. Неинтересненько. Так, мне надо... Ёб твою, блядь. Слышь? Ты как меня увидал, урод? Так, 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 ребят, я читать не успеваю, сорян. Что-то говорит, ну, в общем, вроде сказал, говорит, я, говорит, в фан-зоне. И что-то там, куда-то там, и с кем-то там. Надо, походу, говорит, попасть надо как-то туда. Пошел нахер. А он там... А, ну он там что-то типа помогите нам, среди нас дети, у нас заканчивается вроде как вода и... Хер-то там, там, да? Блин. Нормально. А, ну мы... Вы видели? Вообще огонь. Типа, говорит, нам нужна питьевая вода. Drinking water. Так, что здесь? Кнопка вызвать лифт. Давай внизу посмотрим. Ну... Ёб твою мать! Падла, напугал меня, я ж вздрогнул. Как ты пробрался-то? Через что? Не, ну это, конечно, секира. Слушай, вообще секира. Как надо прям. Вы видели? Охеренный меч. Меч ангела, если еще бы этот оранжевенький бы. А так это прям. Тут, по идее, вот эта вся херня под напряжением. Они не могут пробраться, только как они. Вот от... откуда они залезли? То есть просто через стену, что ли, пробрались? Бредятина какая-то, конечно. Так, ну что, пошли воспользуемся лифтом. Из фан-зоны передается сигнал бедствия. Кажется, там попали в беду дети и женщины. Ну да, кажется. Так, мне, знаешь, что интересно? У меня огнестрел-то есть. Хер-то там. У меня только лук. Так, давай мы вот эту... Мачете.
Мачете мы сейчас до конца используем. Сука, меня это напугает, на это накаляет сигнал передаваемый. Просто после сериалов там и фильмов про зомби, где там какой-нибудь транслируется передача, типа у нас там типа все так, помогите, спасите там, или у нас все круто там, да, как правило, оказывается все наоборот, полная жопа. Так. Так, карта ключ я нашел. Так, это сюда, да? Здесь что-нибудь активное есть? Записка какая-то. Блин, там записок еще столько набралось, надо прочитать их. Что-то как-то лень прям читать. Так. Так, так, сигнал. Давай мы сперва осмотрим, что здесь есть. А потом... Так, отключили, все. Всем, кто слышит, ваше положение критическое. Я убивал здесь женщин и детей. Могу предложить смерть в обмен на лекарства, еду и питьевую воду. Идите ко мне. Да, все, я иду. Где тебя найти? Что там происходит? Я в фан-зоне, это ловушка. Не пускай сюда никого. Ясно, теперь послушай. Сам себе вали оттуда. Мне придется разобраться с этим типом. Отбой. А, ты бросаешь мне вызов? Отлично. Найди лифт, он доставит тебя прямо ко мне. Так. Дружище. Мы, короче, вот так вот сделаем. А, тут патрончики есть, да? Всем, кто слышит ваше положение... Я убил столько людей, что всех уже не помню. А, я убил, но они были слабыми. Ты слаб, и ты умрешь. Ах так, Саул. Так, давай мы... Раньше я убивал людей быстро, но теперь не торопясь. Я стал методичным. Думаю, это призрак зрелости. Ух ты. Ты, похоже, кайфуешь, да? Типа от того, какой ты крутой. Так, ну что, я пистолетные патроны взял. Скорее всего, винтовка мне сейчас не пригодится, поэтому я патрончики как раз... вот этот немецкий пистолет заменю на винтовку. Сразу зарядим тебя. И... Поехали. Чё, все что ли? Охеренно, ты говоришь, это... Типа, давай. Всем, кто слышит, я проткну ваши барабанные перепонки, и вы оглохнете. Эй, ты дым, что ли, запустил какой-то? Вы умрете в полной тишине. Но не волнуйтесь, я услышу ваши крики за вас. И они не пропадут даром. Всем, кто слышит меня... Меня бросили здесь трусы, но я выжил. Пробуди свои природные инстинкты хищника. Сука, ты меня уже задолбал своими разговорами. Здесь я главный, здесь я цель, а ты умрешь. А я царь, а ты умрешь, да? Так, тому, кто слышит, ты почти в моих руках. Как славно, что ты сам ко мне пришел. Блядь. Так, мудила. Так, подожди, куда?
Так, стой, я понять не могу, куда дальше там мне фигачить. Здесь некуда идти. Вниз. Тому, кто слышит. А. Я решил проблем множества людей. Твоя очередь. Блядь, заткнись уже, а. Я решил проблем... Что сейчас придется это? А, подожди, он же это. Ах ты, мудила. Все, да? Этот псих заманил людей в фан-зону и охотился на них. Тут 15-20 тир. Он мертв? Мертвее не бывает, отбой. Сука, как же долго ты так выеживался там. Да я, покуда я, блять, хуху. Хер ты, блять, моржовый, и все. Получил по ебалу. Чмырина, блин. Важности сам себе тут понаэтовал, понадавал, понаделал, вернее, там, типа, такой я важный, такой я прям, смотрите, какой я тут. Я убивал людей, ничего не подозревающих. Че, все, я безопасную зону сделал здесь или что? Так, верните подачу электроэнергии, я вернул, да. Воспользуйтесь лифтом фан-зоны. А, или подожди. Или сейчас я вернул электроподачу на этот. Да все, тут уже, наверное, ловить нечего. Электроподачу, наверное, вернул на ограждение. Теперь монстры сюда проникнуть не смогут. Эта ловушка, какой-то сбрендивший мститель заманил людей в фан-зону и охотился на них. Пришлось его прикончить. Ну, конечно, кто бы сомневался, что пришлось их прикончить. Так, тут зарядка полная. Мне вот это нужно. Так, я куда-то еду или что? 10 тысяч очей получил. Доберитесь до радиомачты через канализацию. Стой, а куда? Куда все делись? Алло, гараж. А где все? Слушайте, я же когда сюда заходил, здесь такое количество всяких зомбаков было. А куда они все подевались? Что-то я не догоняю. Что случилось-то с ними? Вот что им Сука. Ну, только это спросил, а что им мешает здесь зайти? И он такой идет. А вон они стоят. А, они, похоже, исчезли куда-то там, да? Смотри-ка, они меня нашли. Или учуяли, или что там произошло. Я хочу еще монетки взять. Денежек маленечко. Отвалите. Отвалите. Я говорю, отвалите. Так, я хочу посмотреть, какие у меня квесты это еще есть. Сторожевые посты. Найдите сумку Феллона. Который на все записи. Сумка записи осталась в интернет-кафе. А, ну давай. Чё нам? Ёп. Ну, в принципе, не так далеко. Не так далеко, да? 192 метра.
И не на такие расстояния бегали, да? Что нам стоит 192 метра преодолеть-то? Херня. Опять там какая-то полудурошная. Так, а тебе обязательно надо было сюда упасть, да? Так шмякнуться смачно. И чё? И теперь ты... Охереть. То есть я сюда упал. И чё, я теперь отсюда выйти не могу? А, не смог. Ох, аптечки, аптечки заканчиваются. Надо аптечек сделать. То, наверное, в интернет-кафе-то сейчас придется не сладко. Короче, давай сюда наверх. Сделаем пока аптечек. Пока... Блин, где же какие-то аптечки? Надо аптечек сделать. Ух ты, у меня уже эти аптечек-то там... А, у меня марля. Марлю. Ну, я, блин, не шукаю по домам, марли не ищу. А она нужна для аптечек. Так, все, аптечек я сделал. Так, до кафе осталось маленько. Подожди, а почему ты показываешь, что это наверху? Я что-то, подожди, я маленько что-то не понимаю. Это же в этом, ёб твою дивизию, это же в этом, походу. В старом городе. Вон оно, чё ты. Ну чё, ёпта, пошли в старый город. Найдем сумку этого. Полупокера в полукедах. Так. Опять ты пролетел. Опять ты не туда. Так, у тебя что, появилось что-нибудь интересное? Продать, продать. Что тебе можно продать? Продать можно вот это. Вот это, вот это. Вот это. А это, в принципе, пока продавать не надо, да? Отлично. Пошли в старый город. Сейчас доделаем все эти второстепенные задания. По-моему, уже второстепенные. А, ну еще с красным дымом надо трубу найти. А то вот она мне покоя все не дает. Так, давай, покажи, что есть у тебя. Ни патронов, ни хрена, да? То есть ничего у тебя нету. Херня, короче, у тебя одна. Special for... Так, этот. Доставьте... 9 тысяч за одну, значит, дали, да? 9 тысяч. 9 тысяч-то не густо. Так, а тут еще есть... Здесь один же только торгаш, да, получается? Эти что-то тут химичат. Так, давай тогда мы сейчас к тебе зайдем. Еще продадим то, что у этого взяли. Так, мне бы надо пистолет оставить. Ну, пойдем наверх, поднимемся. Поднимемся наверх сейчас. У этих посмотрим, что есть заодно. Тоже нифига. Разрывные стрелы, стрелы. Патронов нету, да, немецкий пистолет. Давай, продадим, винтовку продадим.
Так, а что ты, что продать? Ткани бегуна. Угу. Мне не самому пригодятся ткани бегуна. Ну что, сейчас мы тут, наверное, по-быстренькому прошвырнемся. Так, где... Так, вот этот мне хрен опять хочет рассказать про дом с красным дымом. Или нет? А ты не хочешь, да, мне сказать про дом с красным дымом? Так, сумка Феллона. Так, 118 где-то вот здесь. В интернет-кафешках. Тут надо по вот этим, по домам погонять. Марли пособирать. Уже аптечек не из чего делать, блин. Где ты там? Отстала, что ли? Не догнала. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Феллон, это я уже рядом с кафе, если что. Не бери там латте, у них всегда молоко подгорает. Ну чё, лезешь ты, нет? Мне тебя долго ждать? Спасибо, что соизволил. Интересно, да? А, типа наверх, что ли? Мутило, блин. Не дал мне спокойно взломать. Еще какой-то прется. Или это внутри здесь? Ах ты ж, падла. Подожди. А, это этот. Блять, хоть бомбастер этот. Хоть от бомбы не взорвался, и то радует. Как это так меня не задело? Это вообще беда, печалька была бы. Интернет. Кафешка. Записи. Я забрал сумку, теперь где? Боже, ты просто волшебник. Камера в багажнике черной машины на позорном мосту. Это не то, что мне хотелось бы слышать. Охренеть, вы поняли? На позорном мосту камера. В багажнике какой-то черной машины. То есть мне мало того, что надо сейчас отсюда выбраться. Ебучие, блядь. Вы чё там? Они меня чуют, реально. То есть они меня реально чуют. А я здесь не могу выйти. Нет, не могу. Ну, суки. А, позорный мост не в той стороне. Ёб твою. Тормоз, ты еще не в ту сторону побежал. Отойдите. Так, 300 метров еще. Ёпарасоте, блин. 300 метров до позорного моста. Так, давай отдохнем маленько. Отдохнем малость.
Так, мостик. Отвали. Ну давай, давай, давай. Один готов, второй готов. Капитан готов. Готовченко. Капитан Готовченко. Так, позорный мост. Что-то подожди, я подзабыл, как на тебя залазить. С какой бы стороны к тебе попроще бы пройти. А хотя, наверное, надо же здесь, да, я могу. Отвали. Я же когда тут рванул-то эту хрень. Да, вон, по-моему, мост позорный тот. Отстаньте, демоны. Давай передохнем. Здорово. Апнул уровень. Ёптуть. А чё у вас тут этих-то? Шайтанов так много. А вас чё так много-то, ребят? Слушайте. Бегунов, крикунов. Ну и чё? Черная тачка, да? Здорово. И тебе привет. И ты ишь хочешь? Ну давай. Чё уж. Раз вы просите, почему бы и нет. Вот прикольно, что она, конечно, метку показывает, да, что вот там. Потому что кто играл в игры, когда там еще 90-е года, да? Там никаких меток ни хера не было. Читаешь описание, тебе там говорят, нужно найти кого-то там, где-то там. И ты ходишь и ищешь. Карту наизусть приходилось учить. Так, черная машина должна же быть, да? Он же сказал, черная машина. А вы черные машины тут видите, интересно? А вон черная какая-то тачка есть. Черная вон только тачка. Так, сейчас подожди, бомберы все эти взорвутся. Ну я, по крайней мере, вижу только вот эту черную тачку. А, ты упала? Да чё нам? Чё нам, кабанам? Все проще, чем с зомбяками здесь, да? Все, вот я и камеру забрал. Теперь можно возвращаться к Феллону. 120 метров показывает до него. Подожди, а Феллон это же... Он там, он на пароме сидел, да? До Феллона, оказывается, так-то недалеко было. Давай доплывем. Все. Я почти рядом. Хорошо, что хоть это рыбу не мутировали. А то сейчас бы там плывешь, когда там какой-нибудь мутант тебя какой-нибудь там Херакс и сожрал. Так, а где? А вот он, Феллон. У тебя получилось. Даже не знаю, как тебя благодарить.
Как тебя зовут? Вот, а тебе весь мир узнает. Это не важно, как меня зовут, потому что все равно не выбраться. Ну тогда зачем ты мне помог? Зачем рисковать жизнью? Я подумал, надо дать вам шанс доказать, что я ошибался. Удачи, Фэллон. Да, спасибо. Тебе тоже удачи. Награда 2000 наличных. Заберем. Так, барыга. Да что у вас, ни патронов ни у кого. Ни это, ничего больше. Ни у кого ничего нету. Что вы за такие эти? Так, давай посмотрим, что тут. Где мне дом-то с этим найти? С красным дымом. Дом с красным дымом. Подожди, вот это вот. Ну это не красный дым валит. Просто интересно, где дом с красным дымом найти. Он где-то должен быть в городе. Ну, как бы логично, да? То есть ты такую херню сейчас сморозил. Типа в городе. Сука. Что-то как-то странно. Жаба вот от одной стрелы погибает. А вот от мачете, блин. А, ну хотя у лука урон-то, наверное, в два раза побольше был. Ну, значит, я два удара должен был сделать. Как-то это... Ух! Ёб твою. Друган. Ты чё? А чё ты не взрываешься-то там? Так, это блядь. Да где ты, сраный дом-то с красным дымом? Я же... Я примерно понимаю, помню, только... Так, я по карте, может, сориентируюсь тогда. Нет. Иди нахер. Так, а мы вот туда давай-ка. Сейчас сиганем. Красный дым. Так, ты похоже по... Нет, по-моему, вообще не сюда. Надо вот в ту сторону. Надо в ту сторону. Чесать. Все, ремонтировать пора. Все. Больше ремонтов не осталось. Сейчас эту размотаю мачете. И дальше с мечом ангела буду бегать. А тот-то вообще прям штука убойная. Так, давай посмотрим, может здесь, где красный дым валит. Это же получается так, башня. Нет. Ну да, вот я прямо смотрю на башню. И где-то он же там, типа, красный дым-то там он увидел где-то, который откуда-то валит. Красный дым. Это как синий туман, да?
Синий туман, похож на обман. А тут красный дым. Что тут у тебя есть? Ничего. Взломать только осталось. Короче, это... Так, 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 давай, давай. Вот хреново, что здесь бинокля у тебя нету, да? Так, красный дым, давай. Просто я помню, когда я в первый раз проходил игру, я постоянно в это здание с красным дымом, блядь, натыкался на него. То есть возвращался. Потому что оно там где-то рядом там было. Так, тут, по-моему, где-то вот в этом. Оба-на. Вот это бонус. Неожиданно. Ну а толку-то у них? У них дамаг-то. Это снайперская, это пустынная. Ну то, что так по... Дамаг-то одинаковый. Так, стой, блин. Что так... Одинаковый дамаг у них. Смысла нету. Если бы какой-то этот был профит от того, что она там оранжевая какая-то, они все с одинаковым. Что синяя, что, блин, оранжевая, что фиолетовая. Дамаг у всех одинаковый. Что тебе надо, ёпта? Что ты пристал ко мне? А, подожди. А, нет, это зеленка. Мне показалось, что я увидел дым. А это зомби просто. Так. Сука. Так, сволочь, ну где ж ты? Слушай, вон, по-моему, там что-то было, какой-то крас... Нет, показалось, блядь. Показалось опять. Это школа. А, это. Оттенок красный просто. Отвали, а. Сука, лучше подскажите, где этот дом, блядь. Поганый, с красным дымом. Так, сука, вот не могу вспомнить, и все, блин. Ну, сейчас тут... Ёпрасота. Ох ты. Ну, супер, да, мне еще. Бомбермена этого не хватало. Там, короче, какая-то херня должна быть.
автобусная. Я помню, что там, да, там, там, короче, такой этот автобусный был, автобусный был, точнее, автобусы стояли. Слушай, столько еще зон у меня, оказывается, этих. А, вот, прикинь, вот он. Дом, откуда идет красный дым. Вы поняли, как все просто оказывается? Херово, когда ты идиот. Ой, ребята, как херово. Дом, откуда идет красный дым. Он на карте помеченный. Я, сука, все, тут полчаса бегаю. Ищу. Дом, откуда идет красный дым. А он, падла, вот он. Ну да, я помню, вот это свалка, вернее. Свалка. Точно. Наконец-то, я уже боялся, что ты не придешь. У тебя тут красный дым валит, так что жди неприятностей, Листи. Только красный остался, но ты здесь, значит, получилось. Сходи на базар и передай этот конверт Азизу. Скажи, что тройно. Прикольно, да? Красный фосфор, щелок, йодсоляная кислота, этиловый спирт. Явно не бабушкин рецепт. Точно? Лена, это Крейн, слышишь меня? Крейн, это Аман. Лена занята, чего ты хотел? Мне только что вручили список покупок. Красный фосфор, щелок, йод, соляная кислота, этиловый эфир. Значит, кто-то так просто дал тебе рецепт спазма? Это штука, которую принимает Глория Израиза, чтобы сутками не спать. Даже прыгуны у меня и тех, кто накачивается этой дрянью. Значит, пора прикрыть этот бизнес. Вообще-то нам самим нужен фанилтрат. Это медицинское денонсфирусное средство, и у нас оно закончилось. Ты хочешь, чтобы я приобрел это по списку? Точно, а потом уже тебе в башне. У меня возникла идея, как их красиво обставить. Идея какая-то возникла, ну давай. Вылазка в туннель. Идите на базар и найдите Азиза. Ну что делать, придется идти в туннель. И Азиза искать. Что мы? Давай. Через тачки попрыгаем. Чтоб ловкость подкачать. Тут осталось немножко. Сраный этот упырь, блядь. Блювотный. Так, и чё, кто тут Азиз? Так, очки навыка какие-то у меня есть неиспользованные. Ну-ка, давай глянем. Силушка. И что тут силушка? Взрыв. Удваивает урон, наносимый метательным оружием, например, сюрикенами. Ну, хорошо. Сейчас сюрикены будут. Крейн, суперзвезда. Знаешь, я думаю, Брекен преувеличивает твои способности. А это этот бегун, блядь. Тебе что-то нужно? Да, я готов на стенку лезть от того, что тебя считают лучшим паркурщиком башни. А как же я, Вулкан? Давай решим раз и навсегда. Покажи, на что способен. Крейн, докажи, что быстрее меня. Или боишься, ответь. Да, зассал я, не переживай. Не хочу я просто с тобой носиться. А где тут Азиз или кто тут? А, к этой прийти. Еще к этой потом надо будет несколько раз сходить, но видишь, она не зовет. Значит, вот, наверное, стоишь Азиз, да? Точно. Ты Азиз, я Трайна. Что со самым?
А сам как думаешь? Вы, ребята, совсем себя не бережете. Слушай, у меня есть все, кроме фенилнитрата. Значит, у тебя того, что мне надо, и у Райана ничего нет. Что я могу сделать? Прошлой ночью курьер разбился в туннель машины, сейчас он там, где я сам. И твой фенилнитрат валяется в багажнике. Если хочешь, сходи за ним. Другого в Харане все равно нет. Это последняя партия фенилнитрата больше не приведет. Как выглядит машина? Кажется, белая. Это все, что я помню. Белая машина. Ты в самом деле пойдешь туда? Рай не любит, когда его огорчают. Да. Ты должно быть крепкий орешек. Если не погибнешь в туннеле, я тебе предложу неплохой вариант. Обнадежил, да? Так, у тебя что? Тоже ничего нету. Продать я что-нибудь могу. Давай вот эту вот я пустынную полицейскую винтовку продам. Потому что нахер она мне не нужна. Так, туннель. А чё ты, почему ты мне показываешь две точки? Мне вот не нравится, что ты мне две точки показываешь. Ой, как мне не нравится, что ты две точки показываешь. То есть, типа, первое, это может быть вообще, да? Что тут? Херня, да? Белая тачка. Огонь, блядь. Ты еще и сигналишь, падла. А, ну тут похоже все, да, с тачками. Чудесно. Угу. Ну ладно, хоть. Хоть не убился. А подожди, вот тут этот мистер Бомба. Ёб твою, блядь. Чтоб тебя в нахуй разорвало. Пополам, я бы тебя прям перекосило тебя, чтоб. Мудака. Чё-то мне подсказывает мое какое-то там внутреннее чувство, что белая машина возле того здоровяка. Как думаете, прав я или ошибаюсь? Так, ну у вас пришло время тебе в жбан запендюрить. Охереть от тебя амортизация, конечно. Так, ну тогда мы. Типа ты крутой, да? На нахер. Ну-ка, я сейчас тебе вот этим запендюрю. Кончился, ну-ка. Вот здесь, да? Аллилуйя. Вот он. Фоламент у меня. Потрясающе, тащи сюда. Тащу. Тащу. Выживший. Так. Вы чё, суки? Вы чё, гады? Чё на? Чё тут, блядь? Пацанов обижаете. Отстань от него. Ёптать, я чё, его убил, что ли? Охренеть, так я ж не хотел. Капец, как так-то? Как так-то?
Ёпарасоте, блядь. Вот те и спасай после этого их. А они мрут как мухи. Вернитесь в башню и поговорите. С кем поговорить? С Аманом. Чух. Так, я в башню возвращаюсь, отстаньте от меня. Выдохся, да? Бедолага. А как ты хотел? В мире-то среди зомби. Ой. Кошка-то еще не восстановилась. Денюшки. Ночь наступает. Я нашел фенилнитрат. Все, короче. И пошел в башню. Вылазка в тоннель. Аман, это ты? Кто? Аман. Ничего нет, отчет. Даже не аптечек, ни хера нету. Так, Аман, это выше надо будет подниматься. Получается. На крышу, что ли? Так, нет, вроде где-то здесь. Кто-то здесь из вас, Аманда? Сальма. Спасибо, что спас сына. Прости, что не смог спасти мужа. Я тоже не смогла, он был очень упрямый. Неплохой, нет, но признавал только свою точку зрения. Там снаружи много таких. Давуд хотел, чтобы я отдал фигурку ему. Можешь передать ей Сэмми и сказать, что это от его отца? Вы хороший человек, мистер Крейн. Спасибо вам. Удачи, Сальма. Так, награды, значит, никакой, да, не дашь? Ты малец. Так. Подожди, а что ты? Спортсмены, да? Ёптать. Ну ладно, что-то ты прям... Ты спас меня. Райан вряд ли скажет тоже, когда я разделаюсь с ним. У меня есть идея получше. Вот, отдай ему это дьявол, он снотворное. Пусть добавит его очередную партию, и громил Райс отправится в страну грез. Не думаю, что Райсу это понравится. Может и так, но пусть хоть ребята отоспятся. К тому же фенилнитрата больше нет, а значит бизнес Райана закрывается. Аман, мне не успел я прочитать, что он там. Аман, шмаман, аман, маман. Так, сколько тут это? Время 20:24. Так, ну давай вниз спустимся. Хотя нахер я вниз спустился. Аман заменил фенилнитрат снотворным. Думаю, ребята, Райса ждет неплановая спячка. Что-то я тоже тут раздевался. Вылазка в тоннель. Вылазка в тоннель. Так, ну что, я предлагаю на этом закончить. Потому что сейчас там впереди ночь, спать потом, тоннель бежать, еще там что-то. Вот, продолжим в следующей серии. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Пишите ваши комментарии, а я с вами прощаюсь и до новых встреч.